Ну, две хорошие игры от соперника. У нас очень плохая была игра, что вчера, что сегодня полностью. Не знаю, что происходит, но будем разбираться. Полностью делаем совсем противоположное, не то, что просим, что попало. Каждый сам свое, что у него привык. Ну, будем разбираться, будем дальше работать, тренироваться и так далее. Чего не хватает для победы, кроме реализации моментов? Хромает реализация также большинства вчера. Вот момент 5 на 3 играли, сбросить сегодня было несколько моментов большинства. Чего не хватает? Да, кроме заброшенных шайб. Ну, не хватает вот этих заброшенных. Не хватает лидеров на льду у нас. Не на льду, в раздевалке не хватает лидеров. По нашей команде. А вот пока еще надеюсь, что все мы исправим. То есть где-то некому забить, когда нужно, нужные моменты. Где-то нужно где-то что-то сказать в раздевалке, чтобы там помладше ребят где-то успокоить, чтобы не удалялись, не нужно. В ненужных моментах не, там, не бежали вперед, сломя голову, думали, в общем. Вот этого не хватает. А состав сейчас уже укомплектован или еще будут ротации? Ну, естественно, у нас идет ротация. Вот сейчас у нас приходят игроки, там по одному, по два новеньких подключаем, поэтому где-то, может, тоже несыгранность в этом проявляется. И не можем здесь. Сложный соперник, тяжелый, прихватил нас везде, поэтому вот ротация будет, да, ротация будет, еще будет до конца плей-офф, до конца регулярного чемпионата, как у нас позволяет регламент, мы будем усиляться, будем смотреть, думать, приглашать. Ну. А команде соперников пару слов? Хорошая команда, молодцы пацаны, выиграли их с победой. Что комментировать, игры были равные, команды были равны. Мы проявили характер, вчера вели в счете, но какие-то ошибки, вот эти два гола, конечно, не нужны были. Ну что делать, хоккей без ошибок не бывает. Ну, по второй игре ребята вышли, вроде догоняли, дожали во втором периоде. Ну, третий сыграли по результату. За счет чего удалось перебрать команду соперника? Ну, за счет того, что мы перекрыли в средней зоне начало ихней атаки. И все шайбы доходили до нас. Мы их отбирали и шли в атаку. В сегодняшнем матче некоторых из лидеров забрали в Тимиртау на гостевую серию. Насколько сложно в таких моментах делать ротацию в составе? Да, что тут сложно. Пацаны, просто им надо в голову вдалбливать, чтобы они играли без лидеров, были сами лидерами.